Перед просмотром данного видео уберите всех детей от экрана Motherfucker Bitch. Итак, всем енот, друзья, с вами Пуховик, и сегодня в рубрике «Игры от подписчиков» мы с вами поиграем в три игры, и начнем мы с игры Dark Cut 3. Пуховой микроплей. Итак, друзья, это очень странная игра, я немножко в нее поиграл, прям буквально посмотрел первый уровень. Начал у нас с третьей части, мне хотя прислали ссылочку на все... На все три части, начиная с первой. Но я решил с третьей начать. Очень странная игра. Мы должны вживиться, в общем, в человека, в его руку. И попытаться сделать ему операцию. Помните, была игра «Симулятор хирурга»? Так вот, эта игра, по-моему, гораздо сложнее. Хотя, может быть, и не гораздо сложнее. Может быть, если учесть, что я криворукий. Давай, один секунд. Отлично. Да как я не успел? Как же здесь надо-то успевать-то? А, оживляемся. Давай. Надрезаем ему. Отлично, достаем. Достаем эти косточки. Оставим ненужные косточки. Так, заделываем обратно. Ну давай. Зашивай ему руку, дорогой друг. Так, пришиваем товарищу палец. Да как я опять не успел? Блин, там ему палец пришить практически нереально. Ну ладно, попробуем еще разок. Так, давай. Сейчас мы опять ему отрежем этот кусок руки. Главное, ничего лишнего не вырезать. Кстати, ребят, по поводу качества игр, это не ко мне, это вы сами мне присылаете, так что никаких претензий быть не должно. Да давай, уже, зашивай. Давай, пластырь, отлично, все, мы есть, операция завершена. Извлекли кость и пришили палец, ребят, я прям настоящий пуховой хирург. Отлично, продолжаем. Отлично. Я так понимаю, мы каким-то полевым медиком играем на поле боя. То есть мы бродим по миру, спасаем людям жизни. Так, ну давайте попробуем дальше, да? Следующую. Это что? Это вообще... А, это просто именно... Просто мы выбираем миссии. Окей. Has lost сестра. Медсестра потеряла ногу. Из-за гранаты. Солдат потерял палец, и он истекает. А здесь медсестра потеряла ногу. Ну давайте попробуем медсестричке пришить ногу. Ой, жесть, какая-то красотка-то. Жесть, ребят, это только для 18+, определенно. Игра. Слишком она кровавая. Quick into... Что такое? Отлично, блин, она так страшно закричала, ребят, я ж испугался. А, она умерла. Я не успел перебинтовать ее лапы, ее культяпы. Жестокая игра. Да, черт, куда тебе тут колоть-то надо? Снап. Интерплейс. Что надо? Как? Что нужно делать? Я не понял, она умерла. Она просто взяла и умерла. Просто стекла кровью, я ничего не смог сделать. Твою-то мать. Ну давай. Давайте попробуем спасти пациентку. Давай. Все точки так. Что надо делать? Что я сделал? Черт, не ори ты так. Не ори так, мать твою. Я тебя спасу. Спокойно. Ты будешь жить, дура. Что надо? Так, вот ногу ложим.
Да нет, я не... Да там слишком у него кровотечение быстрое. Слишком быстро, я ни черта не успеваю сделать. Блин. Долбаная медсестра, почему ты такая неживучая? Давай, да, я не знаю. Ну, у тебя нога двигается, что мне нужно делать? Снап. Ай, как же она орёт-то. Истошно. Истошно. Очень громко. Блин, какая стрёмная игра. Да нет, я нереально успеть. Может быть, здесь что-то нужно делать, там, типа, перевязки еще какие-нибудь. Чтобы здоровье... Аплинк пациент. Вот смотрите-ка, что это? Может быть, можем что-нибудь сделать, чтобы он не так умирало быстро? Так, отлично. Смачиваем тряпочкой. Седитейшн 11. Что такое седитейшн? Что такое седитейшн? Седитейт. Отлично, адреналин. О, мы адреналин вкололи. Да-да-да, мы вкололи адреналин, ребята. Теперь у нас появится шанс. Шанс ее спасти. Давай тряпочкой протираем. Давай ногу на место. Сейчас мы тебе пришьем ногу-то. Ну давай. Что? Есть, отлично, мы пришили нашей медсестричке обе ноги. Класс, мы спасли медсестру, ребят. Все-таки мы это сделали. Отлично, она теперь будет жить. Отлично. Так, давайте следующую операцию попробуем провести. У нас на выбор даже две, да, дается? Это доступно только на сайте Armored Games, окей. Солдат написал свои последние слова. Ну, давайте посмотрим, что за солдат. Ой, это письмо, которое написал солдат, я так понимаю. Давай, вытаскиваем. Вытаскиваем эту арматуру. Отлично, мы ее вытащили. А, нет, это нам надо... Что нам надо? А, черт. Да это гребаные письма, они только мешают. Нафиг они вообще здесь нужны. Так, вкалываем. Давай, убирайся отсюда. Гребаная арматурина. Так, надо седитейт ему сделать. Давай, давайте, адреналинчику. Так, вот, отлично. Сейчас мы тебя заштопаем тебя. А, отлично, все, заштопали, вытащили. Вытащили арматуру из ноги, заштопали его. Ребят, не забывайте вкалывать адреналин нашим пациентам. Так, еще одна операция. Солдат на подводной лодке и повредил он себе, в общем, плечо. Окей. Ой-ой-ой, бедняга ты какой. Это охренеть как больно, наверное. Хорошо хоть что плечо, а сердце не задели. Надо вскрыть его. Надо адреналинчику. Давай, адреналинчик тебе. Так, сейчас мы тебя вскроем, не переживай. Сейчас все будет. Мужик, сейчас все будет. Ой-ой-ой, сейчас мы тебя заштопаем. Держись, солдат. Бро, держись. А, черт, что с ним? Стоп, адреналин надо. Че, немножко адреналина, мужик? Не вздумай. Не вздумай сдаваться. Не вздумай сдаваться. Мы достали этот осколок. Отлично, ты будешь жить, друг. Ты будешь жить, ты поедешь к своей семье. Своей семье, ребенку. У тебя все будет хорошо, друг. Есть, операция завершена. Пуховик спас моряка. Отлично, ребята, отлично. Он сбежал с субмарины, и все очень хорошо. И плечо у него будет жить, как и он сам. Так, давайте-ка еще одну операцию напоследок сделаем, да? А, нет.
Нет, мы уже не сможем сделать это. Нужно на сайт, на официальный сайт Armored Games идти. В общем, на сайт разработчика этой игры. Ну ладно, ребят, мы, в общем, выполнили несколько операций. Я надеюсь, вам игра понравится. Ссылочка в описании. Вы можете те остальные операции сами сделать, если перейдете на сайт armoredgames.com, скорее всего. Ну а мы переходим к следующей игре, которую вы, ребят, мне прислали. Итак, ребят, друзья, называется Warfare 1944. Ну, в общем, конец мировой войны. И, судя по всему, мы будем управлять своими солдатами, своими войсками. Попробуем победить вражин. Я, ребят, не играл в эту игру. Понять не имею, как в нее играть. Сейчас вот первый раз будем с вами разбираться. Слушайте, мужики, ла-ла-ла. Заставочку, ребят, кто захочет, сами давайте посмотрите. Вермахт. Опять кампания за немцев, только на Armored Games доступна. Давайте тогда за американцев. Рекрут. Ну, давайте сложность рекрут, потому что впервые играю. Так, апгрейды доступны. Ноль. Ни одного. Ладно. Так, это у нас тактику не можем. Кровь и песок операция называется. Ну, давайте мы ее и начнем. Размещаемся на боевом поле. Так, отлично. Что мы? Кого мы ведем? Select. А, о, класс. Это у нас кто? Create Unit. Кто это такой? Что у нас за сол... А, вот, можем вправо. Вправо можем их очень перемещать, да? Так, нам нужно уничтожить этот дот. Нужно уничтожить, пройти к этому доту. Чтобы уничтожить, надо, наверное, сюда ракетчиков каких-то выслать. Я так полагаю, да? Ракетчики на самом низу. Окей. Окей. Так, давайте ракетчики. Надо сначала только вот этих вот выслать. Чтобы они прикрывали, а потом ракетчики, чтобы сразу пошли. Ой, отлично, видите, ракетами как они долбанули. Отлично, проходим, проходим. Проходим, ребятушки. Давайте, давайте, вперед. Отлично. А, ну ракетчики могут по всем трем направлениям идти и все равно будут убивать вражеский дот. А, отлично. А, у меня ресурсов хватает. Ресурсы, вот, 300. Сколько, кажется, солдат стоит? 400 базука, этот 100, видимо, и 300. Отлично, мы выполнили первую миссию. Фланкинг. Что такое? Bottom view, фланг, дроппинг, мораль. Да-да-да. Conquer. You win. Moving your team to the end of the middle zone. You win the battle. Отлично. Машинганер нам дали, пулеметчик. Так, отлично. Апгрейдим давайте юнитов, да, наших. Так, что у нас есть? Гранаты есть. Assault team, будут гранаты. Окей, давайте изучим гранаты. Smoke grenade, давайте smoke grenade тоже возьмем. Они довольно-таки полезные, я думаю. Take cover, defensive bonus. Defensive bonus и дамага. Дамага появится. Окей, дамага, это круто. Decrease all reinforcement time. То есть зарядка будет быстрее. Это круто, это круто. Ну давайте, не знаю, защиту прокачаем. Мы сейчас будем более живучи. Окей, погнали следующую миссию. Итак, что у нас? На рельсах называется миссия. Так, отлично. Отлично. Так, вниз, сверху давайте в кусты. А, бабла мне не хватает на этих дебилов. Они стоят очень дорого, 400 аж стоят. Давайте, помогайте, помогайте. Давайте, вы сейчас их убиваете, и мы пулеметчиков вставим. Давайте, мужики, но не подведите меня. Центр давайте, ага. Ой-ой-ой, там оказывается вон как все, все очень плохо. Все очень плохо. Все очень плохо. Ну что там, пулеметчик-то идет, пулеметчики идут. Эти, он, видите, у меня оборонительные позиции заняли. Блин, ну их там сносит довольно хорошо. Assault team. Strong. Average против бронебойных надо. Good против пехоты. Против бронебойных плохо. Против пехоты хорошо, когда в засаде. Понятно. Так, ну против вот этой бронебойной, по сути, получается, да, наверное? Так, давайте как у вас... Гранаты-то будете использовать, нет?
Блин, тут надо как-то, короче, по-крутому все это использовать. Suppression, подавляющий огонь. Advance. Давайте, давайте, вперед. Вперед, гранату. Гранату. Гранату юзайте, дураки. Юзайте гранату. Отлично, вперед проходим. Проходим вперед. Отлично, гранату им туда. Еще одну гранату. Ой-ой-ой, замечательно. Рубим, рубим, рубим их. Валим всех, валим. Мы должны их убить, ребятушки. Блин, нет, как через этот проникнуть? Как здесь проникнуть-то, я не понимаю. Нужно очень хорошо знать, каких солдат куда посылать. Подавляющий огонь. Подавляющий огонь. Так, а вы давайте. Отлично. Убили парочку. Все, вперед давайте. За это вот прячьтесь тут, ага. Отлично. Апгрейды. Апгрейды появились. Так, апгрейды. Мортира. Мортира. Что у нас только нет мортиры никакой. По-моему. Вперед, вперед. Да что же вы? Что же не двигаетесь, нифига. Дымовая, да, отлично. Она нам поможет. Вперед. Вперед. Дымовая. Так, вы тут давайте поддержите своих сверху. Отлично. Пешеходы. Вперед, всем вперед. Всем выдвигаться вперед. Отлично, последнего завалили. Так, отлично, все, мы победили. Мы практически победили. Да, мы задавили немцев. Мы наконец-то смяли их оборону. Фух, это было тяжело. Это было тяжело. Мы потеряли очень много солдат. Но ничего страшного. Офицер. Support with this па-па-па-па. Снайпер, отлично. Так, ну мы уже апгрейднули, мы больше ничего апгрейдить не можем. Ну давайте еще одну миссию попробуем пройти. Мунитион. Окей, мунитион, так, мунитион. Так, снайпера сюда. Ой-ой-ой, у нас один только получится. Блин, фигово, что только один. Вон там злостные враги. Так, пулеметчика давайте. Ну что ж ты не можешь попасть-то? Ой, отлично как. Ой-ой-ой, по нам минометный огонь. Минометный огонь. По нам открыли минометный огонь. Что за хрень? Где у нас мины? Где наши мины-то, я не понимаю. Эй, минометы. Минометы вперед. Товарищи, давайте вперед. Пулеметчик, гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, давайте все вперед. Отлично. Отлично. Так, главный командующий. Главнокомандующий. Ой-ой-ой. Нет, нас всех убивают. Нас всех убивают. Черт. Ты кто у меня такой? Лейтенант. Нахрен ты нужен вообще, лейтенант? Я не понимаю. В укрытие, да-да-да. Лейтенанта не надо убивать меня, пожалуйста, не трогайте вы его. Давай, сюда еще одного снайпера. Поперли, пехота. Пехота поверху идет. По низу пулеметчики. Бегите, бегите, главное, не останавливайтесь, друзья. Друганы, не останавливайтесь, главное. Давай, давай, прям. Где минометы? У нас же должны быть минометы. Smoke grenade. Гранату. Гранату, файн за хоу. Файн за хоу. Вперед. Вперед все, друзья. Вперед. Штурмуем их. Штурмуем. Так, прикрывайте. Прикрывайте, отлично, мы дошли до середины. Мы дошли до середины, мы можем победить. Мы прорвали их оборону. Есть, мы прорвали. Отлично, мы победили, молодцы. Мы молодцы. Мы даже без минометов справились, а у них были минометы.
Убили врагов 27. 11 взводов. Разместили, 4 потеряли. Окей. Базука у нас теперь появился, ребята. Базука Мэн. Так, что это у нас? Взрывчатка. Отлично, то есть базука будет мощная вообще, если вот это прокачаем мы. Но это очень дорогой апгрейд, так что давайте какой-нибудь дамаг, что ли, прокачаем. Damage to assault. Просто damage. Мораль. К фланговым атакам бонус. Ну ладно, что, давайте так, морали бонус, что ли. Да вообще, какая разница. Пофигу, все со временем откроем. Так, ребят, ну, такая вот игра. Давайте, переходите по ссылочке и играйте. Думаю, вы сможете ее всю пройти. Довольно-таки забавная вещь. Прокачивайте своих солдат, свой взвод, и все у вас будет хорошо. Что ж, а мы переходим к следующей игре. Итак, ребят, следующая игра называется Upgrade Complete. Довольно-таки, наверное, странная. Так, у нас 600 баблинского, нам нужно купить кнопки меню. Окей, купили. Preloader. То есть загрузчик мы купили. А, я так понимаю, здесь мы что, свою игру делаем, да? Создаем свою игру. Окей, загружайся давай. Загружайся давай. Так, апгрейды, что у нас? Что-то я апгрейднул и... Что-то, видимо, случилось. А, у нас что, бабла не хватает? Щоп. Щоп. Меню скрин. Нет. Щоп. Что же нам надо-то? Что, куда мне надо положить? Play a game. Окей. Пиу. Ага. Пиу. То есть вот так, даже без музыки, да? Ну ладно, я тут, наверное, музыку вставил какую-то. Пиу. Крутая игра. Крутая, ребята, игра. Просто спасибо за то, что вы мне посоветовали. Давно такой ностальгии не было. Это ж просто, просто эпик игра. Отлично, мы бабло даже заработали. Черт, фейл. Кто-то сбежал. Нам нельзя, видимо, позволять им сбегать. Так, давайте-ка Save System. Title Logo купим. Меню BGMH. О, бэкграунд сделали. Окей. Так, апгрейд. Блин, 5200 надо заапгрейдить. Черт, а мне денег не хватило. А что тут можем еще заапгрейдить? Buy a new upgrade. Title Logo. Меню Button. Блин, надо бы меню Button сделать, да? Окей, ну ладно, давайте сыграем в свою игру. Кстати, мы можем ведь запчасти покупать. Да, 12 частей на наш корабль, окей. Сейчас мы еще попробуем уровень пройти и закупим какие-нибудь запчасти для нашего мега крутейшего корабля. Интересно, это космический корабль или это что-то просто типа самолета? Это ведь большая разница на самом-то деле. Был бы это космический корабль, мы бы сейчас полетели в космос. Был бы это не космический корабль, мы бы не полетели в космос. По-моему, все логично. Отлично. Мы выиграли уровень. Так, давайте-ка своему кораблю что-нибудь купим. Ракеты. А, молния. Пушка. Магнит. И скоростная панель. Ну, я не знаю, давайте лайтнинг. Хотя, да, давайте лайтнинг купим. В середину прям такая. Пушка такая будет. Брэмс. Ее можно еще апгрейдить, ребят, за 4000. Вы это видали? Так, ну ладно, давайте теперь попробуем менюшку здесь апгрейнуть. О, какие кнопки модные. Класс, самые крутые кнопки сделали. Так, у нас 700 бабла, 700 бабла. Что мы можем позволить себе на 700 бабла? А, да ни черта мы не можем себе позволить. А, ну ладно, давайте сыграем в нашу игру. Окей, поперли. Ой-ой-ой, у нас теперь такая большая пиписька на конце, которая должна вроде как тоже врагов уничтожать. Ну, и что ты уничтожаешь, нет? Эй, дураки. Блин. Они проезжают, они. Черт! Чертовы самолеты! Черт, куда вы поперли? Блин, они все улетели. Так, нам надо ракеты. По-любому нам надо ракеты. Или может быть улучшить автомат. Улучшим автомат, да. Точно. А ракеты стоят очень дорого, да? Давайте магнит еще купим. Вот сзади такой магнит. И улучшим его. Отлично. И скоростную панель еще такую. Да. У нас просто мега самолет. Эти скоростные панели будут по бокам, две, типа как турбины. Угу. Давайте еще разок. Блин, кошмар, как это вообще летает? Это
Это вообще, по-моему, какой-то, знаете, убей меня, Квейт. Типа, не хочет страдать этот самолет наш. Ему очень плохо. Ему очень плохо. Нет, нет, там самолетики пролетели. Пролетели самолетики. Черт. Фейл. Надо вообще не пропускать ни одного. Давайте еще одну скоростную панель купим. Так, вот замечательно. Теперь мы купим себе два пулемета. Да, с двумя пулеметами мы гораздо эффективнее будем. Смотрите, у нас теперь прям звездолет. Прям он такой серьезный. Серьезный звездолетина. Так, ну и что? А, нет. Не надо тебе проходить туда. И тебе тоже не надо. Отлично, мы прошли, по-моему, этот уровень. Супер. Волна 2 из 20. Так, давайте бы, может быть, мы ракету купим. Все-таки. Где у нас ракета? Ракета. Вот посередине будет такая ракета. Так, блин, как бы. Угу. То есть можем в красной зоне только рисовать. Ну, а ракетница будет вот здесь у нас пускай. Да. Как странный такой вообще на самом деле самолет. И я вообще не уверен, что он будет. Нет, он летает, смотрите-ка. Это чудо еще и летает. Круто. Круто быть им. Ой-ой, какие уже усиленные здесь самолеты тоже полетели. Они тоже уже заапгрейдились. Так, а если мы... Нам надо усилить ракеты, а то они даже с первого выстрела не убивают никого. И лучше бы нам их вообще две поставить. То есть вот так вот мы ставим ракету. И ее вот сюда. Так, а пулемет мы... А, молнию, чтобы улучшить, нам нужно 4000. Ну ладно, давайте в магазин вернемся. Прогресс бар. Ачивки. Отлично. Прогресс 41%. Отлично. И ачивочки. Wave 1 complete, Wave 5 complete. Отлично, появились у нас ачивки. То есть не просто игра, а мы здесь еще должны как бы ее и прокачать, чтобы все возможности открыть. То есть не все здесь еще доступно. Отлично, весело, забавно. Ну погнали. У нас теперь две ракетницы. И они будут в два раза быстрее, соответственно, уничтожать врагов. Это круто. Что у нас магнит, по-моему, нифига не работает. Или работает, но не так, как надо. Давайте-ка его мы прокачаем. Чирк. Чирк. Вот, теперь у нас должен собирать вообще со всей площади. С большой очень площади собирать должен бабосы. То, мне кажется, мы очень много потеряли, потому что мы ничего не собрали. Да, очень много просто падает так. Просто сквозь наш корабль. Нет, кто-то там убежал. Сволота такая. А, ну вот, ребят, в общем, вот такая вот игра. Что я могу еще сказать? Прокачивайте свою игру. Копите деньги, вот видим уже как прокачали. У нас тут уже даже логотипчик появился. В магазине тут всякие фишки открываются. А, с вами был Пуховик, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите и другие видео. Не забывайте подписываться на стрим канал, вступайте в группу ВКонтакте. Там всякие голосовалки, анонсы стримов и так далее. А, что ж, ребят, всего хорошего, пока-пока. Если холодно зимой, покупай ты пуховик. Если денег до... Покупай ты пуховик, он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.